Сколько человек-то там? Ну вот у нас первую и третью роту уже разъебали. Вот мы вот 4 танка остались, вторая рота. И так пехота, наверное, человек 100 где-то вот так вот осталось, все. Типа подмога придет, так хуй знает. Вперед поедем. Да навряд ли, наверное, навряд ли. Ни команды его не знаешь. Вот ты едешь вперед, и ты даже не знаешь, есть там кто-то или нет. Задавишь ты там пехотинца, который в окопе сидит или нет. Я на танк еду, я боюсь, что меня свяжут туром за хуй. Короче, пи***ц, я тебе говорю, полный дурдом какой-то. Нахуй ты вообще туда поехал? Да я вот не знаю. Птички ебаные жужжат, все за техникой меняются. Им уже как бы на пехоту. У нас татары пехота была, их было 600 человек. От этих 600 человек осталось человек, наверное, 60, может быть, 50. Просто 300-е, 200-е. Вот там вот парнишки лежат вообще вот прям вот на передовой. Просто вот лежат 200-е, их оттуда не могут вытащить. А они там лежат 8 сентября, нахуй. Все боятся туда ехать. Жить-то всем охота. В бинокль смотришь, ага, ангар, вот они. Двое хуй там в футболочке вышли или вообще без футболки. Ага, птичку запустили, птичка пожужжала, координаты списала, нахуй, где технику увидела. Все, он по рации там чик-чик. Сказал, все, как либо ствол, как либо рота туда прилетела. Прям в цель, прям в точку, нахуй. А наши координаты даешь, они, нахуй, вообще, за 3 километра от укропов куда-то туда стреляют, либо, нахуй, вообще по своим. А укропы, понял, уже, наверное, там сидят и думают, еще русские, ебаные, что ли. Минометы также, вот минометы сзади меня стоят, стрельнули, нахуй. Там спередка орут, нахуй, типа, с тыла в нас стреляете, просто вот по своей же пехоте, представляешь, ебаные. Только эти сказали, нахуй. Своим хуй, укропы уже перехват получили и туда же минометы закладывают. Ну, по телевизору-то показывает, все за***есть, все хуй, их, ну, маленько отступаем, но это временно. Там, я тебе говорю, на самом деле, тут русские только вот буквально зайдут, буквально дня 2 там посидят, расслабляются, все, их там нахуй ртой, и все русские бамс назад. А наш комбриг вообще орет, типа, копайтесь глубже, ему уже другой комбриг, другой бригады орет, ты понимаешь, говоришь, что здесь нефти нет, нахуй. А хуй толку копаться, вот эта птичка ебаная прилетела. Гранату прям метко в окоп, нахуй, считай, все, братская могила, нахуй, пацанов.